Привет всем, друзья! Меня зовут Томас, и добро пожаловать в Propagation VR. Это новая игра про зомби-апокалипсис, абсолютно бесплатная. Я ее нашел, когда искал всякие разные игрушки, хорроры для наших с вами стримчанских, которые проходят у нас каждый день на канале. В общем, и наткнулся такой я на игру для виртуальной реальности, и такой смотрю, охренеть, вот это графони! И реально, посмотрите вокруг, это просто... Я не знаю, как это назвать, это реально фотореалистичная графика. Решил я посмотреть на это, что это такое, уже прошел туториал, так что давайте начнем, наверное, первую нашу миссию. Кстати говоря, ходить здесь, к сожалению, ходить нельзя будет. Здесь нужно будет стоять на месте, но я думаю, это не проблема, потому что... Твою мать! Потому что зачем ходить, когда на тебя зомби бегут, правда? Короче, в общем, ходить здесь нельзя, но... Знаете, здесь настолько шикарный графоний, настолько все круто сделано. Я уже говорил, да, что она бесплатная? Многие в отзывах пишут, типа, я бы за эту игру отдал кучу бабла. Какого хрена? Я отдаю кучу денег, говорят, за то, чтобы поиграть в какую-нибудь игру второго сорта на VR. А вот такие игры бесплатные. Propagation. Итак, мы находимся в метро. У меня есть пистолет, у меня есть патроны, которые, кстати говоря, я не могу, видимо, назад засунуть. Будем надеяться, что... Да, у меня бесконечные патроны. Так, ладно. На самом деле, я бы лучше сходил. Например, вон туда бы сходил, там какой-то чувак. Или куда-нибудь. Твою мать! Твою мать! О, то... Блин, пистолет! Твою нахрен, мать! Ты охренел, что ли? Кусок говна! Фух! Так, есть кое-что покруче. Давай, подходи, тварюга. Эй, ты лежи там, пожалуйста! Никого. Блять. Ух, твою мать! Ты чё? Воу! Какого хрена? Его вообще там не видно было! Твою! Обалдеть, чуваки! Блять, что за... Так, ладно, у меня, видимо, проблемы. Твою мать! Три патрона. Эй, алло! У тебя оружие-то откуда, болван? Ладно, я выбил, походу, у него оружие из рук. У него его не было. Блять. Очень хорошо, что они вроде как типа медленные. Мне кажется, это пока что. Так, того задержат ящики. Прямо в голову. Неплохо. Так, вон там один идет.
Он прошел через эти ставни. О, слушай, а даже так, оказывается, можно. Ладно, так мы делать не будем. Твою мать! Так, вроде один. Так это ж дробовик, твою мать, он, наверное... Ну, не наверное, он точно только вблизи работает. Вот только так. Фух. Интересно, сколько их еще будет? У меня аж нос зачесался. Сейчас, походу, по носу получу. Так, дружище, ты давай там, пожалуйста, побудь. Отличный меткий выстрел, мистер Тамсук. Так, кнопочка. О, тут, кстати, я не успел вам сказать, тут можно бить зомби кулаками. Просто сжимаешь кулак и как можно сильнее хреначишь прямо по щам зомбарю. Можно, кстати, проверить, как это работает. Так. Готовы? Как тебе такое, кусок говна? Алло! Главного оппонента. Да. Сзади никого вроде как. Нет. Нет, не так просто, чуваки, не так просто. Еще? Ёб твою мать! Это еще что за ков? Так. Ух! Вы это видите? Охренеть! Мужики, а вы вовремя? Вы в курсе? Я выживший, я здесь. Все нормально. Все. Don't worry. Everything is under control. Не волнуйся. Все под контролем. Какого хрена ты здесь делаешь? Please excuse my men. We've been on edge ever since we lost contact with headquarters. Listen to me. This virus doesn't just bring back the dead. The lab discovered some cases of mutations. Uh-huh. And even multi-species hybrids.
Он говорит, гибриды всякие появились. Вирус вышел из-под контроля. Он сказал, что типа им нужно включить генератор, видимо, он находится где-то тут, судя по всему. Ну чё, чуваки? Будете меня охранять или чё? Don't worry, we're professionals. Ну, я вижу. What the fuck was that? Какого? Must be one of those dead fuckers. No, sounds like something else. We should go check it out. Звучит как что-то ещё. Он говорит, это просто обычный зомбарь. No, 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 we got orders. We gotta stay put. Да, пацаны, оставайтесь здесь, у вас приказ. Так, короче, тот чел пошел, типа, как самый крутой, а этот чувак сказал, что у них приказ, они должны оставаться здесь. И в итоге они вместе туда пошли. Готовьтесь слышать крики. Ладно, те говнари пошли врубать генератор. Вы бы хоть автомат мне, что ли, оставили? Твою мать, блять, что это? Ёб твою мать! О, нет, 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 твою мать! Сука! Ау! Это было больно! Фонарик или еще какая-нибудь херня. Как он оттуда-то пришел? Там же мужики. Ох. Так, не такая уж и мощная эта тварь. Неужели это все они? Одна была там, но я ее не слышу. А, так это она и есть. Я просто развернулся. Одна там, другая здесь. О, твою мать! Чё за хуйня? Мужики сказали, что эти твари мутируют, но не настолько же. Это как демогорганы из... из очень странных дел. Так, один там, но далеко. Один идет здесь. А, вон он, еще там. Их четыре. В общем, идет четыре штуки. Я понял, твою мать.
Слушай, они... Если их не атаковать, они подходят очень медленно. Можно делать так. Просто ждать, пока они подойдут. И все, и никаких проблем, судя по всему. Блядь, там ползет. Здесь двое. И не светить на них фонарем. Видимо, ни в коем случае. Какой из них ближе? Судя по всему, я. Твою мать, блядь! Сколько они там еще генератор включать будут? А, спокойно. Главное, спокойно. Один ползет здесь, другой здесь, судя по звукам. Думаю, осталось немного. Да будет свет! Они боятся света! Вот в чем прикол! Все. Они свалили. Поезд заработал. Фух, блядь. Неужели это все? Неужели это... Эй! А я? То есть это про... Твою мать, пауки! Ненавижу пауков, блядь. Когда эта хрень уже закончится? Так, там просто зомби идет. Хорошо. Естественно, дробовик — это самая-самая тема. Ладно. Упс. Блядь, это же они! Это мужики! Это мужики, бля! Это были мужики. И эти вернулись. Hey, в смысле, блядь? Ёпаю! О, блядь! Чувак, прости! Где они, блядь? Где они, сука? Сорян, чуваки, я очень-очень не люблю пауков. Я их нереально сильно не люблю. Ноги, они такие ватные, пипец! Это кусок говна. Слушай, дробовик — хорошее оружие против всех.
Блять, этот жирный. Они все жирнее и жирнее. Твою мать! А еще у них глаза красным горят. Горят, в смысле. Пожалуйста, скажите мне, что это все. Скажите мне, что... Больше ничего не будет. О, смотрите, коробка на башке. Коробка головы паука. Кто еще? Жирные говнюки. Пацаны. Мелкие, отвалите. О, паука нас били. Отлично. Сорян. Мелкий, отвали. О, так-то лучше. Мне больших подавай, пожалуй. Ой, промазал. Твою мать. Мелкие твари. Довольно быстрый. Ой, пожалуйста, верните уже зомби, а? Пожалуйста, я... Сука. Их даже попасть нереально. Это все? Ой. Ой. Все? Ю. Охренеть можно. Блин, эта хреновина успела выбраться. Пауки родились суперзомби. Что может быть лучше? Это что? О, твою мать, тут же дырка. Меня кусает, блин. А, я понял. Быстро заряжай, быстро.
вы, блядь, где пацаны? Бесишь, тварюга. Так, я официально заявляю, что я замучился уже. Мне кажется почему-то, что ему в живот надо. Вон туда. Херануть, у него там, видимо, слабое место. Есть. Попал. Есть, попал снова в живот. Есть, снова попал. Да, в живот. Попал. Есть. Не попал, да? Thank you.
Чё ж я не попадаю-то, блядь? Потому что, видимо, сложно. Есть. Есть. Попал. Вы, чуваки, просто не представляете, насколько это дерьмо интенсивное. А твою мать, а? Теперь надо в голову. У него голова открылась. Все, да? Ты все, а? А, кусок говна? Блять, что он там делает? Ну да, он стал еще сильнее, конечно. Мне же этого не хватало. О, теперь у него на плече хрень и на руках. У него теперь больше слабых мест. Все-таки. Ну сколько можно уже? Сколько можно? Неужели еще, а? Сука, говна. Я уже просто вспотел. Очень надеюсь, что вы не видите отпечатков на футболке. Больно, скотина, да? Конечно, больно. Твою мать, а.
пожалуйста, хватит, а, ну пожалуйста, господи, боже мой, походу это бесконечное дерьмо. Ух ты, у него на спине есть что-то. У него на спине шишка есть. Когда он сейчас будет что-то хавать, у него там будет шишка. Есть, есть. Прощай, говнюк. Ох, бля. Я вам скажу, это было супер интенсивно. Ох ты, тварь! Ух ты! Мы прошли! Врагов убито 100 из 1000, что? 70 взорванных голов. Точно 77%. Укусов 248, ну спасибо. Итого, сколько очков? 1190, охренеть можно, чуваки. Это просто охренительная игра. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Вы, наверное, там, вы, скорее всего, видите вот здесь вот мокрое пятно. Я его как-нибудь скрою, наверное, вот так вот. Чуваки, реально, я честное слово вам говорю, что сейчас я вспотел просто жесть как. Особенно лицо, у меня сейчас все стекает по шее. Ну ладно, вам об этом знать не надо. Вам нужно знать о том, что игрушка просто мега охренительная. Propagation VR. Она абсолютно бесплатная. И я сейчас понимаю тех чуваков, которые писали отзывы, типа, я бы за эту игру отдал еще больше денег, ну, типа, больше денег, чем за некоторое дерьмо, которое я покупал на VR. Серьезно, эта игрушка просто охренительного качества. Супер крутая. Еще и бесплатная. Друзья, если у вас есть VR, обязательно зацените. Это та игра, в которую... которую можно включать, например, друзьям, когда они приходят к тебе, и чтобы, ну, показать, что такое виртуальная реальность, ты ее включаешь, просто пусть они месят зомбарей направо и налево, и соревноваться с ними можно. Короче, это очень круто. Это прям жесть. Простите. В общем, друзья, спасибо всем большое за просмотр. С вами был Томас. Приходите к нам на стримы каждый день после 8 вечера по Москве. Счастливо и до следующих видео, друзья. До следующих видео и стримов. Счастливо.